Привет, я Маша. Да, вот при таких странных обстоятельствах мы собрались. В определенный момент я решила, что мне хочется почитать чего-то очень такого сложненького. Я знала, что Домлисьев идеально справится с этой ролью. Но в то же время, как и, наверное, любой другой человек, я не хотела делить что-то сложное просто с самой собой. Поэтому я решила взять вас в это долгое путешествие, может быть, и не очень долго, кто знает, в котором мы с вами вместе попытаемся прочитать «Домлисьев» и попытаемся ответить на вопрос, действительно ли это тот роман, который сводит с ума. Как нам здесь сказано это на обложке, по крайней мере. К слову, предисловие к этой книге писал Дмитрий Быков, который очень известен, популярен, но вот в этой книге, мне кажется, он несколько опрохвостился. Я, конечно, только начала читать, но я прочитала еще очень много отзывов, просмотрела много отзывов, и, в принципе, то, что написал Быков, не очень соотносится с тем, что чувствую я сейчас во время прочтения. А он написал, что если у вас плохие нервы, вам лучше не читать эту книгу. Если вы подвержены влиянию чересчур впечатлительной, вам лучше не открывать ее. Если вы боитесь сойти с ума, вам лучше о ней не знать. Чушь полнейшая. Что можно поставить в плюс этой книге, что над ней проделана огромная работа в плане пиара. Вот как раз таки такие слова и являются одним из этих инструментов, с помощью которых эту книгу продвигали в массы. Я посмотрела отзывы на зарубежном буктюбе и поняла, что за рубежом эту книгу любят намного больше, чем у нас здесь в России. Ее там уважают намного больше и ценят намного больше. И, как правило, ее там анализируют намного тщательнее, чем это делают у нас, опять же. Эта книга очень сложна, и в определенный момент она в России стала таким первым в своем роде экспериментом на подобную тематику. Эта книга кардинально отличается от обычного текста, к которому мы привыкли, от обычного художественного произведения. Сейчас, вот на данный момент времени, я не читала практически ничего подобного, кроме «Ночного кино» Мариши Пессл, с которой у меня и ассоциируется вот пока что эта книга. К слову, я посмотрела отзыв от Светы Tutor Girls, и она сказала там ровно то же самое, что ей эта книга напоминает «Ночное кино». Но, в принципе, отзывы в основном такие необычные, странные, но все-таки в сторону отрицательной больше позиции направленные. Скорее всего, из-за того, что этот роман в принципе странен, но причины, по которым минусы могут возникать у людей на уме, они мне абсолютно очевидны, понятны, потому что они, ну, прям лежат на поверхности, и, в принципе, Дмитрий Быков в своем предисловии к этой книге об этом здесь говорит. Если говорить о сюжете книги, то он очень нелинеен, и какую-то общую картину вам представить это достаточно сложно. Но если брать эти линии по отдельности, то сначала мы знакомимся с молодым человеком по имени, я даже не запомнила, как его зовут, по имени Джонни Труэнт, который является таким ненадежным рассказчиком, потому что он любит очень часто употреблять различные вещества. Всю его жизнь можно, пожалуй, обозвать словом ненадежность, потому что он постоянно находится с какими-то там девушками легкого поведения, окружает себя ими, переходит с одной вечеринки на другую. Его жизнь, в принципе, это вот череда таких мероприятий, направленных на то, чтобы сбежать от реальности. Он живет в доме, в котором проживает также и старик. Я попробовала выяснить, как правильно будет звучать ударение, как правило его имя будет звучать, но в итоге пришла к выводу, что все называют его по-разному. Я буду называть так, как он мне более приятен на слух. Старик Дзампана, который в один момент погибает. И друг нашего главного героя зовет его в квартиру до того, как туда приезжают благотворительные службы для того, чтобы забрать его вещи, чтобы, возможно, там найти что-то интересное для них. Хотя они в этом очень сомневаются. И спойлер, они находят. И находят чемодан, набитый листками какой-то рукописи. Почему-то вот наркоманам, да, и, в принципе, ненадежным людям интереснее всего становится этот чемодан. Они его забирают. И потом наш главный герой пытается эту рукопись восстановить, привести ее к общему знаменателю, как бы, потому что все листы там разрознены. Он хочет собрать их воедино для того, чтобы прочитать таки эту рукопись. Она ему интересна в основном из-за того, что якобы является таким описательным элементом некого фильма под названием «Пленка Невидсона». Все, тут начинается мешанина полнейшая. Он восстанавливает эти страницы, и мы их начинаем читать.
параллельно с нашим героем. То есть мы читаем вот эту рукопись, написанную стариком. В это же время в этой рукописи содержится, собственно, пленка Невидсона, описание того фильма, который то ли существовал, то ли нет, неизвестно. Нет никаких подтверждений тому, что этот фильм реально существующее кино. Мы вынуждены постоянно думать о том, существовал ли этот фильм в действительности, или это просто больная выдумка старика, который решил на придуманный им в голове фильм создать вот такой как бы документальный опус, не знаю, в котором он объяснял бы все поступки героев. В этом вот самом документальном опусе, как я его назвала, старик пытается вникнуть вглубь происходящих вещей, не только пересказывать события, происходящие на этой пленке, но и пытается дать какое-то свое объяснение некоторым событиям, пытается дать ссылки на, вернее, он их дает, ссылки на какие-то исследования различных ученых, которые якобы направлены вот на эту пленку. И мы параллельно с этим еще и как раз-таки изучаем то самое происходящее на этой пленке. А на пленке у нас происходит следующее. Молодой успешный фотограф переезжает со своей семьей в загородный особняк, который они купили ранее, для того, чтобы поправить отношения внутри семьи. У них случился некий разлад, и вот они с помощью переезда хотят это подлатать. Но получают они нечто противоположное, поскольку в этом доме внезапно обнаруживается новая комната, которая, когда они уезжали на пару дней, а потом приехали, короче, ее не было до их отъезда. Вопросы возникают. Естественно, сначала они пытаются это отрицать, пытаются найти, кто-то пытается это отрицать, жена нашего, собственно, Невидсона, это его пленка, а кто-то пытается выяснить, в чем причина, сам Невидсон. К слову, почему фильм «Пленка Невидсона»? Потому что он развесил по своему дому камеры, которые регистрируют малейшие движения, которые призваны как бы проследить за восстановлением мира в этой семье. Очень сложно. Я уже привыкла к вот этому нелинейному повествованию. Привыкла, что у нас здесь много линий, за каждой из которых надо следить. То есть, все, что вот я перечислила, мы это все читаем параллельно. То есть, вот когда здесь начинается пленка Невидсона, мы видим текст. Этот текст, написанный этим стариком Дзампана. Далее здесь по некоторым вопросам нужны ссылки, и он эти ссылки дает, как бы сам старик Дзампана. А какие-то ссылки дает наш главный герой Джонни, для того, чтобы прояснить какие-то моменты, и давая вот эти ссылки, он иногда проясняет какую-то там ситуацию из своей жизни, например. И то есть мы параллельно знакомимся со множеством линий. То есть постоянно перебегаем с одного места на другое. Иногда в таких примечаниях может быть еще одно примечание. То есть мы просто углубляемся в эти примечания, из одного переходим в другое. Это как такой некий квест. И если вы не готовы к этому, то лучше вам эту книгу не брать. Я подходила к этой книге с полной уверенностью, что это будет сложно. Это я тут и получила, и я этого хотела получить. Более того, поэтому я в эту книгу и шла. Если бы я не знала, что это такое, а вот я о сюжете, например, не знала вообще, я просто знала, что это сложно, вот и все, то, скорее всего, мне эта книга бы не понравилась, потому что, ну, нафига мне нужен какой-то квест, если я просто хочу почитать. Так вот, эта книга не просто надо почитать. Сам Данилевский писал некий такой интеллектуальный роман, то есть он сделал такой замах на интеллектуальность. По факту ли это так или нет, я не знаю. Но здесь очень много упоминаний каких-то косвенных вещей, не относящихся даже к роману. И это Дмитрий Быков обозначает в своем предисловии к тексту, что не для всех является чем-то, что необходимо здесь было упомянуть, поскольку многие из, например, примечаний тех же самых сносок, которые мы здесь наблюдаем, они не существуют реально. То есть это просто, они просто созданы для того, чтобы читателю внушить, что он читает нечто документальное. Часть этих ссылок правда, часть реально относит к, на самом деле, существующим личностям и событиям, и там литературным произведениям, фильмам и так далее. И то есть при желании прочтения этой книги можно растянуть прям на год, мне кажется. В каждую ссылку вникать, выяснять, существует этот человек или нет, если да, то читать его работу, которая здесь упомянута, на которую ссылаются, и вот все это разгребать. Но по факту это никому не нужно, потому что всем интересен сюжет, до которого здесь достаточно сложно докопаться, если ты копаешься в ссылках. И это главный минус, который возникает у людей, читающих эту книгу. Я, чтобы вы поняли просто серьезность, с которой я подходила к прочтению этой книги, вот здесь в начале, перед тем, как началась пленка Невидсона, здесь есть вот такое небольшое упоминание, такое небольшое слово. Это слово было написано Бетховеном на рукописи четвертой части его струнного квартета номер 16 фа-мажор. Этот финал имеет два мотива, медленный трагический с таким-то названием и сменяющий его
с таким-то названием, под которым композитор написал вот это. И, короче, я это все нашла, чтобы вы понимали, я это прослушала. То есть я прям очень серьезно подошла к прочтению книги. Но потом, когда я поняла, сколько ссылок здесь есть, и я поняла, что мне просто времени никакого не хватит и желания, чтобы каждую из этих ссылок разбирать, я решила остановиться. Поэтому я просто с ссылками с этими знакомлюсь, и на этом все, в принципе, для меня заканчивается. Иду по сюжету, и больше всего меня интересует, естественно, линия вот с этим самым странным домом, в котором появляется комната. Сначала комната, а потом коридор. То есть внешне дом никак не изменяется, а вот внутри комната становится то меньше, то больше, и наши герои пытаются выяснить, в чем причина. Вот эта линия мне интересна больше всего. На втором месте у меня идет линия вот этого молодого человека Джонни, его жизни, хотя, опять же, он не является надежным рассказчиком. И, в принципе, никто здесь не является надежным рассказчиком, потому что, а может, старик просто сбрендил, и вот это все выдумка. То есть мы постоянно находимся в таком подвешенном состоянии, пытаясь выяснить, правда это или нет, но, скорее всего, мы это выясним в конце, а может быть, не выясним совсем. Да, возможно, для каждого правда здесь будет своя. Парочку вещей здесь было, над которыми я могла подумать, и я сидела, думала. На некоторых я просто откладывала эту книгу и пыталась переосмыслить все, что я только что прочитала. Ну, то есть задуматься над этой книгой можно посидеть, но она абсолютно точно не для всех, и вот это та книга, которую рекомендовать каждому просто нельзя в силу ее вот этой необыкновенности, необычности. Если говорить о той самой линии с домом, которая мне была бы больше всего интересна, она больше направлена даже на отношения внутри этой семьи, на то, как изменения в доме влияют на отношения супругов. И по факту уже получается, что они становятся еще хуже, потому что они еще больше отдаляются друг от друга, хотя предполагалось иное, когда расставлялись эти камеры, когда они туда переезжали. И вот здесь, опять же, в предисловии, по-моему, к этой книге, я прочитала, что, возможно, автором проводится параллель между вот этим домом со странными возникающими внутри него лабиринтами и отношениями, любовью в целом. Что вот в дом как бы внешний, да, он тот же самый, что был всегда, он никак не меняется. И если человек просто проходит мимо, для него этот дом, ну, как бы красивый, да, ухоженный и так далее. А то, что внутри этого дома все вот эти лабиринты, закутки, что-то уменьшается, что-то увеличивается, постоянно все находится в движении, что-то пугает. И ты пытаешься выяснить, а почему это тебя пугает, а почему это возникло. И это порождает еще больше изменений в этом доме. А это, в свою очередь, еще больше страхов. И вот это все, как какая-то цепочка, влечет за собой определенные последствия. И, возможно, если мыслить с этой точки зрения, то, в принципе, далеко и не важно совсем, что в этом доме происходит, по сути, поскольку это параллель, как бы аллюзия такая на отношения. Короче, здесь очень много вот таких моментов. Много внимания здесь уделяется лабиринтам, много внимания уделяется здесь аду, его понятию в целом. Есть отсылка к Данте, соответственно, к Божественной комедии, которую я, конечно же, не читала, но при том, что вы знаете или там прочитали непосредственно во время чтения этой книги, например, отрывок из его ада, то, возможно, это вам поможет получить какую-то тоже дополнительную информацию. Есть, кстати, некоторые мысли у некоторых людей, у которых я смотрела отзыв насчет того, что, возможно, этот дом является адом в своем роде, просто адом на земле. И, в общем, пока что интересно, как это будет развиваться, но что вот насчет этого говорит Быков, что это вам будет настолько страшно, что вы не захотите вообще выходить из дома, что вы будете включать свет, и вы побоитесь вообще высовывать свой нос на улицу, особенно в темноту. Это все, мне кажется, просто пиар-акция. Ни один человек, вот, который прочитал эту книгу, который повелся на это высказывание Быкова, по факту не был настолько сильно напуган. Да, эта книга где-то мистическая, где-то тягучая в плане, вот, опять же, этих коридоров, вот этого нагнетения, этой обстановки. Но все это разбавляется вот этими бреднями Дзампана, который насыщает текст отсылками просто непонятно к чему. Это и физические формулы, и химические формулы, и какие-то географические, геологические разъяснения, которые нам, по сути, не нужны как читателям. Но они тут есть. И хотите вы или нет это разбирать, это исключительно зависит от вас. Просто вот я не хочу. Там был отрывок, который я пропустила, который основывался там на каких-то формулах, там что-то измерение звука. Ну, то есть мне это было неинтересно. Если говорить о той информации, которую я отметила стикерами, то, во-первых, красавицы тянутся к тем, кто делает их красавицами. Здесь главный герой описывает свое эмоциональное состояние, и вот... Я не знаю, сталкивалась ли кто-то из вас с ним, но у меня было нечто похожее. А между тем, без всякой причины, тьма сгущается. Ни затмение, ни отключение света, а так, тучка наползла на солнце. Быть буре. Хотя буря не пахнет, и туч не видно. Ясный день, а я во тьме. То есть вот нагнетается здесь не только обстановка в доме, но и в эмоциональном состоянии нашего главного героя. Не так уж трудно встретить взрослых, ненавидящих загадки. Тому есть множество причин, но главная из них – детская вера в готовые ответы. Именно такие взрослые часто употребляют выражение «пора вырасти и посмотрим в лицо фактам». Их обижает несоответствие детских загадок, всегда имеющих точный ответ, и новых вопросов, зачастую ответа не предполагающих. В общем, такие вот вещички я тут временами отмечаю для себя.
по сути, ничего не значащие, но можно все равно посидеть, почесать репу, опять же, при желании. Мне пока что интересно, мне нравится, но, да, большое количество действительно ссылок, которые здесь совершенно не нужны и которые можно было бы запросто просто убрать из текста, и он бы ничего при этом не потерял. Вот, кстати, я остановилась, чтобы проиллюстрировать просто то, что я говорю правду. Я остановилась на моменте как раз, и здесь идет вот это вот примечание, вот это вот. Это все перечисление имен. Смотри, картинки... Смотри, картинку такую-то, такую-то, о комнатах таких-то. И вот еще посмотрите некоторые работы вот этих вот людей. И они причисляются как бы люди, работы которых мы должны, по идее, посмотреть. А, так вот, вот, то есть вот здесь начинается, вот это все идет, это все имена. Вот здесь, это все они, то есть... Итак, я не знаю, я сейчас читаю, если верить правилам, указанным этой книгой, то я сейчас примерно на 170-й странице нахожусь. Это вот примерно такая часть книги. На самом деле кажется, что впереди еще очень много, но это обманчиво, поскольку сзади очень много дополнительных материалов, приложений, указатель, и по факту страниц остается намного меньше. Я думаю, что я за дня 2-3 максимум ее уже смогу прочитать. Если говорить о моих ожиданиях, то они полностью оправдались. То есть я шла в эту книгу даже не за сюжетом. Я шла сюда за невероятно интересным чтением, самим процессом. И я его тут получила. Если вы идете сюда именно в ожидании, что вас эта книга сведет с ума, как нам Дмитрий Быков здесь указывает на обложке, то это вам точно не в эту книгу, поскольку она не об этом. Она, да, у нее есть вот эта нагнетающая атмосфера. Она у меня, знаете, ассоциируется с фильмом «Звонок». Я его даже смотрела в детстве, и тогда он меня невероятно пугал. Я его считала самым ужасным вообще фильмом, который я видела в своей жизни. Я пряталась под одеяло, закрывала глаза. Когда я его пересматривала совсем недавно, он мне не показался каким-то прям ужасом, наполненным, знаете, скримерами всякими, когда тебе хочется просто, когда ты подпрыгиваешь на месте. Нет, эти ужасы, они немножко о другом. Они о нагнетающейся постоянной атмосфере, о постоянном напряжении. Когда ты знаешь, что произойдет, ты знаешь, что произойдет что-то ужасное, тебя не пугает это. Тебя не пугает сам факт, что может что-то внезапно откуда-то вылететь из-за угла и тебя напугать. Тебя пугает ожидание этого ужаса. Когда ты понимаешь, что что-то произойдет, и вот эта атмосфера, она накаляется, нагнетается, когда есть вот этот отсчет, да, до 5, ты понимаешь, что вот через 5 секунд что-то произойдет, а потом на экране загорается там, по-моему, белый шум, а потом, по-моему, черный экран, и оттуда начинает медленно выползать вот эта вот женщина с черными перекинутыми вперед волосами, и ты понимаешь, что, ну вот она есть, да. А что дальше будет? И вот она же это делает медленно, никак не стремительно. И ты, вот эта атмосфера нагнетения, она в тебе присутствует. То же самое здесь есть. Вот если мы берем линию именно того дома, который описывается, да, с невероятными лабиринтами, с густой пустотой, с густой тишиной, которая никак не измеряется даже. Пустота и такая тишина, в которой такие помещения, в которых даже нет эха, где нет вообще ничего. И, к слову, здесь на нескольких страницах автор и перечисляет, чего конкретно здесь нет. Нет вентиляции, нет там мозаичного пола, нет обоев, нет штукатурки, нет розеток там и так далее. И это представлено вот в таких квадратиках, которые, кстати, можно запросто пропустить, что я, в принципе, успешно и делала. Вот, не знаю, будет ли видно. Вот в этих квадратиках у нас описывается, чего здесь нет, чего в этом помещении, в этом доме, в этом лабиринте нет. И что интересно, вот здесь как бы страничка, да, на этой написано текст так, что мы его можем видеть, а на следующей странице написано в этом же квадрате ровно то же самое, только зеркально отображено. То есть вы как бы смотрите на страничку, да, и здесь как бы написан задник того, что присутствует здесь. Это само по себе как зеркало. Плюс здесь написано также, в каком архитектурном стиле не создан этот лабиринт. То есть вот тут сбоку идет перечисление всех стилей. И вот это «не»
того, чего здесь нет. Его, конечно же, можно убрать, выкинуть и не читать. Плюс тут еще есть перечисление художественных произведений известных авторов. Тут есть и Стивен Кинг, и Айн Рэнд, и, по-моему, Уайлд есть, и Лавкрафт. Ну, короче, и Эдгар Аллан По. И я так понимаю, какие-то пересечения это произведение имеет с ними, либо там какие-то темы поднимаются, которые автор поднимает также в этой книге. Ну, то есть, все это можно изучать, со всем этим можно зависнуть, причем зависнуть на очень долгое время. Вопрос только в вашем желании, хотите ли вы принять правила игры этой книги или нет. Даже если вы их приняли, вы можете вот какую-то информацию, которую я сверху перечислила, просто не использовать в своем чтении, то есть ее можно запросто пропускать. А здесь, если говорить о самом процессе чтения, опять же, то здесь... Например, в одном примечании могут быть другие примечания, которые отсылают вас куда-то на другую страницу, на другую главу. Есть примечания, в которых есть примечания о том, что вам надо перейти в приложение, которое расположено сзади книги. То есть вот здесь в конце за какое-то время начинается перечисление вставок приложений, которые вы также можете изучать, что я успешно и делала. Тут представлены письма матери нашего Джонни Труэнта, которые позволяют понять его сущность больше. Слово, вот эти письма заставили меня думать, а существует ли вообще Джонни Труэнт. Но потом я поняла, что да, он существует, просто начала еще больше подвергать сомнению все то, что он пишет нам здесь. А его писанины, они вот именно что специфичные. Какую-то часть он сам говорит о том, что этого не существует. И он, и мы понимаем, что это галлюцинации. Например, он может очень резко подвергнуться какому-то приступу паники, ему начнет казаться, он начнет галлюцинировать, как будто бы там обрушился пол, цепочка, которая была на двери, была сорвана посредством какого-то непонятного существа, или что его, например, пополам перерезал грузовик. Но потом мы понимаем, что он идет дальше по своим делам, мы понимаем, что это была лишь галлюцинация. И вот эту часть мы понимаем, что это выдумка, да, что это галлюцинация. А другие части мы просто думаем, существует это на самом деле или нет. Во-первых, потому что его мать лежала в психиатрической лечебнице, то есть у нее были психические отклонения. Во-вторых, потому что он, ну, как-то все очень специфично построено. То есть с каждой девушкой, с которой он встречается, что на меня лично навевает определенные мысли, у них случается половой контакт абсолютно с каждой. И это не может... То есть, ну, разве такое возможно вообще в реальной жизни? Ну, то есть, мне кажется, что нет. Причем абсолютно какие-то еле знакомые, они всегда его ведут за собой с определенной целью. И это не может не вызывать сомнений. Поэтому я уже начинаю подвергать очень сильно все, что он пишет здесь. Ну и, в принципе, здесь вся книга, она насыщена неоднозначностью, неопределенностью. Вы не знаете до последнего, я даже не знаю, в конце книги нам скажут, кто тут надежный рассказчик, а кто нет. Нет. Вы не знаете, правда это или нет. Существует ли вообще эта пленка Невицина? Если да, то правда ли то, что там описывается? А если нет, то как старик все смог это придумать? Как он так четко все проанализировал с разных сторон? Если брать линию Джонни Труэнта, то реально ли то, что... через что он проходит, что он описывает в этой книге, в своих как бы примечаниях. Ну, то есть здесь интересно все, и все вызывает сомнения. Из-за этого чтение становится еще интересным, но вы не можете не подвергать сомнению все, что вы читаете. Поэтому это вас заставляет постоянно находиться в режиме вот этого думающего котла, варящего котла. Кстати, здесь было вроде как обыгрывание названия этой книги. «Утешение не идет к тем, кто горюет, когда мысли безвольно текут, а стены прыгают с места на место, и этот наш прекрасный мир кажется домом из листьев за миг до порыва ветра». Короче, я прям наслаждаюсь чтением сейчас, мне кажется, я буду тем исключением, которым эта книга понравится. Просто суть вся в ожиданиях. Я хотела просто сложного чтения. Квеста я вот тут получила. То есть мне нравится вот этот процесс перевертывания книги, выискивания каких-то примечаний. Даже если некоторые из них абсолютно бесполезны, мне все равно нравится сам процесс. И это то, с чем у многих возникли проблемы, потому что они читали эту книгу исключительно из-за того, что было нам сказано на обложке, что эта книга сведет с ума, что это самый ужасный в мире хоррор. По факту это, естественно, не так. И эта книга просто представляет больше интерес скорее из-за того, как она читается, из-за всех вот этих интересных, необычных моментов. Потому что вот здесь, например, на странице часть текста идет так, часть в квадрате, часть, чтобы прочитать, надо перевернуть вот так, другую часть надо перевернуть вверх ногами. Ну, то есть это интересно, просто интересно. Это именно то, чего я хотела. Параллельно с этим книга вас может впустить, либо не впустить. То есть тут есть некоторые нюансы, моменты, над которыми можно очень долго сидеть, думать. Вопрос только в том, хотите вы этого или нет. Поскольку много информации можно пропустить мимо вообще и не задумываться над ней, не концентрировать свое внимание на ней, и тогда вы как бы не получите доли размышлений, которые автор нам пытается как бы дать.
Итак, я дочитала. Я дочитала «Дом листьев» Данилевского. Это книга «Лабиринт». Вот она лабиринт во всех смыслах. Вот в каком хотите, в таком понимаете. Хотите понимать лабиринт в узком смысле? Окей, тогда это книга. Она сама из себя представляет лабиринт с огромным количеством ответвлений, которые непонятно приведут вас куда-то или нет. В большинстве своем они никуда не ведут. И вы просто идете по какому-то следу, приходите туда и натыкаетесь просто на глухую стену, через которую пройти просто невозможно. Такой стеной могут являться многочисленные примечания, которые никуда не ведут и, по сути, на сюжет никак не влияют. Да, они могут быть по-своему интересны, там можно найти какую-то интересную информацию, но в большинстве своем на сюжет это никак не повлияет и не поможет вам ответить на те вопросы, которые у вас есть. Можно лабиринт, опять же, в рамках этой книги, расширяя ее границы, воспринимать как, собственно, жизнь, потому что, по сути, наша жизнь — это и есть лабиринт. Она состоит также из огромного количества ответвлений, когда мы можем идти куда-то, думая, что мы идем в верном направлении, что нас в конце что-то ожидает, какой-то приз, или просто мы достигнем цели, а по факту мы натыкаемся опять же на ту же самую стену. И понимаем, что нам надо теперь собрать все свои силы в кулак, все свое терпение, возвратиться назад и начать все по новой. И неизвестно, дойдем ли мы до этого эпицентра лабиринта, до наконечной цели когда-либо вообще. Можно воспринимать этот лабиринт как смерть, потому что и смерти, и аду здесь уделяется огромное количество времени, огромное количество сносок. Божественная комедия Данте, которую я не читала, опять же. Но если ее читать, то, мне кажется, больше отсылок, примечаний здесь можно понять. Но не об этом сейчас. И вот в этой книге, и в принципе, есть очень много легенд, мифов, которые основываются на том, что лабиринт равно ад. Ад равно лабиринт. А ад — это смерть. Соответственно, лабиринт равно смерть. Ну, в общем, очень много интерпретаций, вообще разных понятий можно здесь для себя выявить. Просто вопрос в том, захотите вы это выявлять или нет. Дойдя до конца этого сложного пути, я могу сказать, что ни на какие вопросы ответа я не получила. Но в этом случае меня это не нервирует, как со многими другими книгами, обычными художественными, там, или триллерами, или детективами, неважно какого жанра. Просто там, где не раскрыта какая-то информация, где есть много вопросов, обычно тебе это нервирует. Здесь ты изначально понимала, во что ты ввязываешься, ну, если ты понимала, имеется в виду. И в таком случае у тебя было полное представление о том, куда ты идешь, и что, скорее всего, ты не найдешь никаких ответов. Я была, в принципе, к этому готова, и поэтому не очень расстроилась, когда в конечном итоге ответа я не получила. Но вернее как, фактически линии здесь более-менее закрыты. Нам дается какая-то информация. Проблема только в том, что мы не можем понять, а вот эти линии, которые существовали, они реальны? Или это просто плод чьего-то воображения, какого-то героя, находясь в книге. Мы до сих пор даже в конце не можем понять то, что происходило на пленке Невидсона. Реально ли? Существовало ли вообще старик Дзампан, или его выдумал наш вот этот Джонни Труэнд? А существовал ли вообще Джонни Труэнд, или это просто выдумал все какой-то редактор, или просто какой-то неизвестный автор, который создал примечания от лица всех? Ну, короче, эта книга, она максимально запутывающая. Если вы начнете об этом думать, то, мне кажется, вот от этого можно сойти с ума, а не от того, какой страх тут якобы изображен, который вас тронет до самой глубины души, который заставит вас не выходить ночью за дверь своей комнаты. Нет, это страх скорее неопределенности, неизвестности, но, в принципе, он и является основным страхом, который, наверное, не может свести с ума. Но, опять же, не в рамках книги. Это не настолько масштабное, эпичное произведение, которое так сильно влияет на вашу жизнь, чтобы вы сошли с ума. Если честно, частично можно даже сказать, что это роман, по сути, о любви. Мне кажется, Данилевский тоже так говорил где-то. Я что-то такое слышала. Потому что любовь здесь, она тоже рассматривается со всех сторон. Во-первых, это любовь между родителями и детьми. Во-вторых, это любовь между друзьями. Во-вторых, это любовь между супругами. И она вертится тут со всех сторон и рассматривается на примере разных сложных жизненных обстоятельств, ситуаций, в которые кто-то там свыше, либо герои сами себя закидывают. И вот на примере этих ситуаций, на примере реакции героев на эти ситуации, мы можем проследить за тем, как любовь меняет человека, как она заставляет его куда-то идти, что-то делать, двигаться, прощать что-то. И та любовь, которая, для которой необходимо постоянно подкладывать поленья для того, чтобы этот огонь горел и не гас. И книга отчасти расскажет о таких людях, которые постоянно этим занимаются снова и снова, какие бы сложности не вставали у них на пути. Если говорить о любви между родителями и детьми, то на примере нашего Джонни Труэнда мы можем посмотреть, насколько сильно влияние вообще воспитания, насколько сильно влияние родителя в жизни ребенка. Это, в принципе, во многих литературных художественных произведениях раскрывается, но здесь это тоже такой очень красной нитью проходит через все произведение, поскольку мы до последнего сомневаемся в адекватности Джонни Труэнда, и мы вынуждены подвергать сомнению вообще все, что он делает, и в конце ничего не становится лучше. Все это есть на самом деле так. Просто мы видим, как влияет на его жизнь отсутствие нормальных родителей, которые проводили бы его сквозь все сложности
жизни. Тем более он столкнулся в один момент с отчимом, который его постоянно избивал и постоянно напоминал ему о том, что он здесь не нужен, что он лишний, что он живет как в гостинице, он должен что-то делать. И, короче, он не добивался от него никакой любви, не мог добиться, поэтому он хотел убежать. И вот это влияние родителя, влияние отсутствие любви, отсутствие понимания, отсутствие воспитания, оно очень сильно сказалось на этом молодом человеке. И, возможно, вот в этих беспорядочных половых связях он пытается найти тот самый свет в конце туннеля, найти ту самую любовь, ту ласку, заботу, которой он лишился. Но каждый раз, снова и снова переживая все эти связи, он ловит себя на мысли, что это не способно искупить и толики того, что он переживает, и это не способно поставить крест на всех его мучениях жизненных, и что ему необходимо что-то совсем другое, а не вот эти беспорядочные связи с девушками, имен которых он даже не запоминает. Если говорить о старике Дзампана, то в его жизни, если он реален, конечно, тоже есть любовь. И она, наверное, самая милая здесь, потому что здесь приводятся некоторые отрывки из якобы его писем там кому-то, и они... И это то, что не ожидаешь увидеть в такой книге. То есть эта книга позиционируется с точки зрения хоррора, а здесь настолько милые, настолько нежные и осмысленные слова приводятся, что их вот некоторые даже хочется татушкой, блин, набить себе где-нибудь. Если бы я этим занималась, то, возможно, я бы так и сделала. Я вам сейчас зачитаю парочку. Значит, идея для татуировки. Всегда из любви, всегда ради любви. Всегда. Вот это это просто моя самая любимая цитата теперь. До этого у меня была цитата из 1984 любимой, теперь нет, теперь все. Все. Прогулялся утром, прогулялся днем, что-то съел, о чем-то подумал, что-то написал, вздремнул, и что-то мне приснилось. И в итоге у меня все равно ничего нет, потому что все эти что-то всегда были и всегда будут тобой. Я скучаю по тебе. Почему это так мило? Мне кажется, мне даже щечки покраснели. В общем, эта книга, она намного шире всех возможных понятий. Эта книга-эксперимент не только в смысле того, как она написана, но и в том плане, как вы ее сами можете читать. То есть, например, во время первого прочтения вы следуете полностью правилам, которые автор нам тут установил. То есть читаете все подряд, уходите в различные ссылки, в различные примечания, к которым вас отсылают. А во второй раз вы можете читать уже, как вам это удобно. То есть, например, вычленять все эти сюжетные линии отдельные, рассматривать их уже отдельно, читать, как-то выделять каждый из них отдельно какое-то время и читать их подряд, и, возможно, тогда какая-то еще информация всплывет наружу, которую вы раньше не заметили, например, она очень была на самом деле важна. И не только в плане этой книги, но и в плане каких-то размышлений, которые вас могут сопровождать уже на протяжении всей жизни. То есть я не могу сказать, что эта книга самая лучшая, которую я читала в своей жизни, но могу сказать, что эта книга самая интересная из всех, которые я когда-либо читала в плане построения текста. Я не могу, опять же, порекомендовать эту книгу всем. Я могу ее рекомендовать только тем, кто абсолютно осознанно к ней подходит и знает, что его здесь ожидает. То есть, если вы все-таки решите прочитать эту книгу, вы должны понимать, что, скорее всего, все ваши вопросы останутся неудовлетворенными, незакрытыми, потому что большинство из того, о чем вы постоянно думаете снова и снова, но оно останется неотмеченным никак. То есть сюжетные линии, да, они будут завершены, но вы по-прежнему будете сомневаться в их вообще реальности. Было ли это чьим-то воображением, или это существовало на самом деле? И все ли тут было воображением, или только часть? Ну, в общем, очень много вопросов, и, скорее всего, вы не найдете на них ответы. Но параллельно, следуя вот по пути этой книги, вы найдете очень много интересных размышлений, которые сможете перенять на свою жизнь. То есть это не может не быть интересным, мне кажется, но только для того человека, который к этому подготовлен. И тут дело даже не в сложности текста, не в сложности его восприятия, не в сложности этого огромного количества примечаний, а просто в вашей готовности что-то принимать или не принимать. Очень сложно говорю, так же, как эта книга построена. Моя речь — это уже лабиринт. Сейчас, вот уже прочитав эту книгу, я могу сказать, что я рада, что я это сделала. И несмотря на то, что я ничего не знала о сюжете ее до того, как я за нее засела, собственно, я знала, что она была сложна, что она будет сложна. И так и оказалось. Но это именно то, чего я искала. Поэтому теперь она будет радовать мой глаз, стоя на книжной полке своим внешним видом. И, возможно, вернее, невозможно, а точно, я буду очень часто возвращаться к тем цитатам, которые я вам прочитала, и нескольким другим, которые я не зачитывала. Возможно, в голове, возможно, физически подходить и открывать книгу и читать снова и снова эти цитаты. Но так или иначе, книга во мне что-то оставила. Я точно буду ее перечитывать, просто, возможно, там лет через, не знаю, 4-5, возможно, тогда я смогу найти что-то в этой книге уже свое, новое, и буду читать так, как мне удобнее, а не так, как нам здесь заявляет это автор. Спасибо, что были со мной в этом видео, спасибо, что разделили со мной этот невероятно сложный в каком-то смысле текст. Мы с вами скоро увидимся.